Підсумки реформи первинної медицини на Харківщині, плюси та мінуси. В прямому ефірі «Дебати Харків». Мене звати Олексій Печій. Вітаю. На наступну годину ця студія перетвориться на дискусійний майданчик, адже «Дебати Харків» – це проект для розмов про важливе, але в той же час суперечливе. Тож сьогодні у цій студії дебатувати будуть Тетяна Черевань, головна лікарка Чугуївського районного центру первинної медико-санітарної допомоги, який перший в області пройшов автономізацію. У 1999 році закінчила Луганський медичний університет за спеціальністю лікувальна справа. Майже 10 років працювала лікаркою загальної практики у поліклініці, а з 2014-го по теперішній час головна лікарка та сімейна лікарка за сумісництвом. Вітаю вас. Здравствуйте. Дякую за те, що сьогодні завітали. І з іншого боку Олександр Марков, медичний директор приватної клініки, яка уклала договір з Національною службою здоров'я України. Нейрохірург, кандидат медичних наук, у 1993 році закінчив Харківський медичний інститут за спеціальністю педіатрія. З 96 по 2019 працював у Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги. А у 2015-му поїхав на фронт у мобільний госпіталь. 3 роки тому організував реабілітаційну клініку, яку очолює і понині. Вітаю вас. Дякую. Дякую також, що сьогодні завітали. І, як завжди, нагадаю, що дебати на Суспільному – це визначення контрпозицій та пошук рішення. Ми запрошуємо до цієї студії спікерів, які, можливо, частково або не частково мають різні погляди на проблему та наводять різні аргументи. Ну, а вам, як глядачам, вже залишається зробити висновки із того, що ви сьогодні почуєте. Ну, і зазначу, що ми не протиставляємо та не миримо опонентів у цій студії, ми забезпечуємо їх діалог. Ну і, шановних гостей, я закликаю сьогодні оперувати все ж таки виключно фактами, не емоціями, і тоді ми усі один одного обов'язково почуємо. Отже, сьогодні у дебатах будемо обговорювати тему «Підсумки реформи первинної ланки медицини на Харківщині. Плюси та мінуси». Вперше після старту медреформи українці змогли вільно обирати лікаря без прив'язки до місця так званої прописки. А медичні заклади, які уклали договір з Національною службою здоров'я, почали самостійно розпоряджатися своїм бюджетом. Це дозволило головним лікарям переглянути зарплатну політику. Тож, як втілювали медреформу на Харківщині, пропоную переглянути у сюжеті моїх колег з новин UA Харків. Прошу. Ірина Луп'як показує свою декларацію з лікарем. Каже, уклала її минулої весни. Пояснює, як обирала сімейного лікаря. Вона нас вже веде декілька років. Когось іншого шукати було ні для чого, свого лікаря. На прийом зараз записують, треба подзвонити або прийти сюди до реєстратури. Перед Новим роком було погано мені, був тиск високий. Я подзвонила, лікар проконсультував мене по телефону. До речі, вона була у відпустці. Це міська поліклініка номер 6 на Салтівці. Вона обслуговує 138 тисяч пацієнтів, говорить заступник головного лікаря з медичної частини Наталя Попова. Працює у нас в центрі надання первинної медичної допомоги 49 терапевтів. Укладено декларації 80 тисяч. Зі 138 тисяч 80 укладено. Але якось наші пацієнти не дуже поспішають. Більше 10 лікарів у нас, 12 лікарів набрали більше 2 тисяч. А це кабінет терапевта тієї ж поліклініки. Тут комп'ютер, принтер та медичне обладнання. Їх придбали за гроші Національної служби здоров'я, говорить заступник головного лікаря по центру медичної допомоги Лариса Мікляєва. Вона каже, зросли і зарплати лікарям. Зарплати підвищились безумовно. Більше за всіх вони підвищились у тих лікарів, які набрали необхідну кількість пацієнтів. Це 2 тисячі пацієнтів. Звичайно, зросло навантаження і на медичну сестру, і на лікаря, тому нам доводиться освоювати і комп'ютер. Причому працювати з ним дуже швидко. Лікарі, я вважаю, вже до липня, мабуть, закінчаться в нашій лікарні. Дмитро Струков – завідуючий терапевтичним відділенням поліклініки номер 8 на Олексіївці. Він перераховує аналізи, які нині пацієнти можуть зробити безкоштовно.
клінічний аналіз крові, мочі, цукор крові, гепатити, ВІЛ. Також флюорографія, мамографія. Планується, що сюди також будуть УЗІ входити, а також рентгени. Тож, які зміни відбулися за півтора роки? Сьогодні обговорюємо плюси та мінуси реформування первинної ланки медицини на Харківщині. Що ж, у цьому раунді дебатів ми надаємо кожному зі спікерів однакову кількість часу. Це 3 хвилини, аби вони відповіли на те питання, яке ми винесли у заголовок сьогоднішньої програми. Ну і для тих, хто, можливо, тільки-но до нас приєднався, нагадаю, що сьогодні ми обговорюємо підсумки реформи первинної ланки медицини на Харківщині, її плюси та мінуси. Тож пропоную розпочати із головної лікарки Чугуївського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяни Черевань. Прошу, на вашу думку, які є плюси, які мінуси і взагалі як проходила ця реформа первинної ланки медицини саме на Харківщині? Ваші 3 хвилини. Подводя итоги на сегодняшний день, проведение реформы первичной медицинской помощи по нашему центру, по нашему региону, как вы уже сказали, есть свои плюсы, есть свои минусы. Плюсы для меня, как врача, это то, что непосредственно пациент, клиент может выбрать себе семейного врача, обратиться к тому, которому он хочет, без привязки. На данный момент в нашем центре работает 19 докторов. 84% населения уже заключили с нами декларации. Я считаю, что это плюс, потому что у нас идет направленность клиент-ориентирования. На данный момент мы занимаемся обновлением оборудования, которое позволяет нам оказывать более качественную медицинскую помощь. Все оборудование, которое мы получаем, которое мы закупаем, у нас идет из двух по двум итогам финансирования. Первый – это Национальная служба здоровья, мы закупаем за деньги Национальной службы здоровья. Второе – это мы выиграли проект «Здоровье слабоженщины». И благодаря нашему областному департаменту Юлии Светличной нам поставили определенное оборудование, которое позволяет непосредственно у кровати пациента провести ультразвуковую диагностику, провести холтер-диагностику. Все это с моментами телемедицины. То есть я считаю, что это большой плюс. У нас в нашем центре работает ресепшн. Это замена той регистратуры, которая была когда-то. Это позволяет провести электронную запись к любому из докторов нашего центра. Также у нас наш администратор может корректировать направление пациенту. Есть люди, которые не могут записаться в электронном виде, они звонят на ресепшн, проводится запись. Также один из плюсов – это доступность и приближение медицинской помощи к сельскому населению. Почему? Потому что благодаря этой реформе, благодаря тому, что происходит в нашей стране, у нас строятся новые амбулатории. Это Малиновская громада, там строится новая амбулатория, полностью оборудованная. Также в Каменной Яруге, там амбулатория была аварийной, мы постоянно об этом говорили. И сейчас там будет новая амбулатория с квартирой для врача и для медицинской сестры, что опять-таки позволяет нам привлекать молодых специалистов в наш центр на работу. Это тоже плюсы. Электронный документооборот. Изначально было сложно переубедить врачей, было сложно настроиться, потому что это компьютеризация, это обучение работы на компьютере, то есть есть свои моменты, свои нюансы. Сейчас в нашем центре даже доктора, которые преклонного возраста, достаточно преклонного возраста, работают в электронном документообороте, заполняют самостоятельно амбулаторные карты. Я считаю, что это плюсы. И самое главное, самое основное, это то, что клиент-направленность и обучение наших пациентов, наших клиентов здоровому образу жизни, то, что, в общем-то, то, чем должна заниматься изначально первичка. Ви знаєте, я трошки скептик, не може бути все ідеально. Тому які мінуси, на вашу думку, є? Свої мінуси є і в плюсах. Електронний документооборот. Дуже часто немного возникають проблеми з програмою, програми сирі. Але я сподіваюся на те, що ця програма буде постійно обновлятися. Дубляж декларації, о якому ми багато читаємо, багато дивимося, ідентифікація пацієнта, і виникають дубляжі. Также во время отпуска доктора у нас идет замена, другой доктор замещает, как это и было заявлено.
но проблема возникает в выписке рецептов. И на данный момент этот вопрос тоже обговаривается и решается. Я думаю, в ближайшее время он будет решен. Каким образом это осуществить? Дякую за вашу позицію. Тепер слово медичному директору приватної клініки Олександру Маркову. У вас трошки інша ситуація, бо це приватна клініка, так? А є свої якісь особливості, то на вашу думку, от як проходить реформа первинної ланки медицини і які ви вбачаєте у ній плюси та мінуси? Дякую. Я з вашого дозволу російською мовою. Будь ласка. Смотрите, моє мнение таке. Я вважаю, що... реформа, она должна решать базовое противоречие. Да? Вот базовое противоречие, которое у нас существует в нашем здравоохранении, вообще в обществе, да, как бы здравоохранение как части общества, оно совершенно, реформа, которая есть, она совершенно его не решает никаким образом. Это вот все такие технические аспекты, которые там помогают, это электронный документооборот. Электронный документооборот можно сделать и в обычной поликлинике, совершенно не меняя системы финансирования, допустим. Да? Будет то же самое. Выбор, допустим, пациентам врача. Можно и так выбрать врача. Единственное, что просто ему платить придется. Допустим, частного врача можно выбрать. Многие так и делают, те, кто не хотят идти к некачественным, допустим, некомпетентным врачам в поликлинику. Государство разрешило тебе выбирать, некомпетентного врача в любой поликлинике. Супер, это здорово, я считаю, конечно. Тогда возникает вопрос, а что, собственно говоря, она преследовала реформа? Это я просто говорю к тому, что в каком контексте. Мы же тоже декларации оформляем, то есть мы тоже в этой системе, несмотря на то, что мы частный центр, мы влились в тренд в этот, и мы в нем потихонечку движемся. Вопрос заключается в том, что мы преследуем, собственно говоря, какое базовое противоречие вообще надо было бы решать. Базовое противоречие, с моей точки зрения, оно очень простое. Врач должен хорошо зарабатывать, пациент должен получать качественную помощь. Достигнута эта реформа, у меня очень большие сомнения, если честно. То есть я не вижу принципиальных подвижек абсолютно. То есть пациент не получил ничего нового, ничего особенного, никакого там качественного сервиса. То, что там группа пассионариев где-то там и там пытается вытащить это как за хвост, да, там из болота, бегемота этого. Это другой вопрос, Мы все там пытаемся сделать мир лучше. Реальность, это поликлиника в сюжете, понимаете, вот она реальность. Там в Чугуеве, там просто группа молодцов, только и всего, ни больше, ни меньше. То есть врач, допустим, главный врач, идеалист, допустим, и такой порядочный человек формирует адекватную экономику в рамках того, что позволили формировать, потому что это тоже, я думаю, что мы это обговорим по поводу вообще суммы, которая государство нам выделило, на оказание первичной помощи, это отдельный разговор. Но, насколько я знаю, так далеко не везде. И эти суммы, они совершенно не покрывают расходы эксплуатационные. И какая доля достается врачу, там даже стыдно говорить, понимаете. То есть врач как был нищим, он так и остался. Да? Пациент как был недовольным, он так и остался. Что мы получили? Мы не получили ничего. И я вам скажу почему. Потому что до сих пор неизвестно, сколько стоит работа врача. То есть это нигде не сказано, никем. И что человек должен получить в рамках этой реформы? Да? Что он в первичной помощи, что он должен получить? Там написано, в принципе, есть приказ 504, правильно? Да. 504. Вы читали его? Можете не читать, там ничего толкового не написано. Я об этом часто говорю, то есть там одни размытые формулировки. Там нигде не сказано, что, какой перечень услуг он должен получить. И так до сих пор там это и не говорится. Дивіться, одне уточнююче питання. Якщо ви так багато перерахували мінусів, то чому тоді ваша клініка заключила цей договір з Національною службою здоров'я? Тобто все ж таки якісь плюси ви вбачали, чи, спираючись на ваші ж слова, ви просто пішли по тренду, по течії? Да, ми пішли по тренду, да. Я вважаю, що, в принципі,
Плохая реформа лучше, чем никакая реформа. То есть я как бы с этой точки для себя особисто, вот ваша приватна клініка, вона якісь плюси витягла з цієї реформи чи ні? Ну, такі плюси, я би навіть не сказав, так, такі, знаєте, не плюси, а такі крестики как бы, в тетрадці з клеточкою. Угу. І ще одне уточнення. Ви сказали, що і до реформи кожен пацієнт міг обрати собі лікаря, будь-то в приватній клініці або ж у державній. Зараз за тих пацієнтів, які лікуються у ваших лікарів приватних, платить держава чи вони особисто? Ну, в рамках програми платить держава, звісно, так. Ну, а опять же, тут же как бы большой вопрос. То есть, что у нас входит в райдер, да, что не входит? То есть, что входит как бы в перечень необходимых, ну, точнее, оказания обязательных услуг, а что не входит? Ну, це таке уточнення було просто точки зору пацієнта. Держава платить так, так чуть-чуть. Да. Добре, дякую за вашу позицію. На сторінці UA Харків у Фейсбук ми поставили питання нашій аудиторії. Звучить воно наступним чином. Чи помітили ви зміни в своїй поліклініці після реформування первинної ланки медицини? І от наприкінці програми ми тоді вже озвучимо обов'язкові результати цього опитування. Ну, а поки що заявки позиції заявлені і пропоную переходити до, власне, дебатів. Що ж, спікери висловили свої позиції, і у цьому раунді вони спростовують або ж підтверджують ті аргументи, які були озвучені опонентом, та ставлять один одному питання. Тож, так як і починали, пані Тетяно, з вас, повернемося до висловів вашого опонента. Можливо, ви хочете щось заперечити, уточнити або поставити питання? Будь ласка. Я хотела поставить вам вопрос о том, по финансированию. Вы говорите, что держава платит, ну, немного. Да, конечно, услуги врача, услуги грамотного врача стоят достаточно высоко. Я с вами не согласна по поводу квалификационных характеристик докторов. В первичке тоже есть достаточно грамотные доктора, имеющие определенное образование. У нас немножко разная направленность, и для нас та зарплата, которую получают сейчас наши доктора в центре, поверьте, это намного выше, чем мы получали, когда мы были на голых окладах. Я считаю, что в среднем вот у нас заработная плата нашего доктора 13 тысяч, медсестры 10 тысяч, в зависимости от количества деклараций. Те доктора, которые заключили декларацию 1800 и выше, у них выше заработная плата. И для нас это плюс. Меняется ментальность доктора, понимаете, если раньше пациент приходил к врачу и в обычную поликлинику к терапевту, и зачастую ему приходилось выстаивать в жутких очередях, высиживать эти очередя, потом бегать по кругам ада для прохождения медобследования, потому что кабинет терапевта находится, к примеру, на втором этаже, ЭКГ находится на четвертом этаже, рентген находится на седьмом этаже. Сейчас в процессе реформы, в процессе приобретения оборудования, которое мы получили возможность приобретать, пациенту не надо бегать, и он получает эту услугу непосредственно у нас. Понимаете, вот он пришел на прием, ему сразу сделали электрокардиограмму, ему пульсоксиметром посмотрели оксигенацию, посмотрели все, доктор осмотрел. Также у нас есть тесты определенные, по которым мы также можем провести сразу обследование непосредственно в кабинете. Я считаю, что это большой плюс. Я согласна, что реформа, она должна быть, наверное, более масштабной. И изначально итоги реформы мы увидим через несколько лет. За год реформы, за два года мы не видим еще, потому что сейчас еще те доктора, которые будут уже работать по-новому, у которых будет другое воспитание, они сейчас учатся. Возможно, они только поступили в университеты. Поэтому тут я немного с вами не соглашусь. И на данном этапе уже то, что сделано, это плюс. Да, есть свои минусы, да, есть недоработки, но это реформа. В любой сфере, в любой направленности реформы есть свои плюсы, свои минусы. И если воспринимать все негативно, то негативное будет. И чем больше нас будет вот, ну, людей, которые живут этим, болеют этим, так же, как и вы, тем быстрее в нашей стране поменяется и будет направленность определенная.
І будуть оказання і сформулюйте, будь ласка, ваше питання тоді до Олександра Маркова. Вопрос фінансовий. Чим, по-вашому, отличається бюджетний, ну, полубюджетний комунальний заклад і частне по фінансуванню? У вас ви можете зараз оказувати вже платні услуги. Ми, в общем-то, теж можемо, але ще поки ми їх не вводимо, тому що, як ви правильно сказали, неограничено. Як отличається і заробітна плата, ну, хоча б процентовка? Ну, отличается, значительно отличается. Ну, смотрите, вот я, собственно говоря, я же с вами не спорю на самом деле. То есть по поводу компетентности это так, это же как бы абстрактное такое заявление. Я же не говорю, что у нас врачи, допустим, все некомпетентные. И тем более врачи, это вообще отдельный разговор. Я считаю, что как бы статус врача общего профиля, он затоптан в грязь. Совершенно необоснованно это целая как бы была политика такая, такое низвержение. Хотя на самом деле в мире это один из самых высоких уровней, да, потому что человек, который знает все. А вот. И там в том же Израиле получить как бы самостоятельную практику, это там еще дополнительные как бы этапы обучения. Но неважно, суть не в этом. А по поводу финансирования. Ну вот давайте как бы смотреть, я вообще не совсем понимаю. Ну, понятно, что там работали, конечно, экономисты, и мне, конечно, от них далеко, но, в принципе, как бы обоснованность суммы, которая выплачивается, да, по декларации, как бы, и в которую оценили, скажем так, здоровье человека, труд врача, там все там затраты и так далее, вот она вообще ни в какие рамки не укладывается. Ну, как бы, ну, в принципе, все об этом говорили, там, пожимали плечами, там, и так далее. Но вот есть же статистика, да, что человек, там, среднестатистический человек, вот, взять там среднестатистического украинца, маленького и там большого и старого, то есть, да, поделите всех вот пополам, да, и он там посещает врача 2,7-2,8 раза в год, да, вроде бы не очень много, вот. А вот и, ну, округлим, 3 раза он, допустим, посещает в год. Хорошо, 3 раза он посетил в год, каждый раз он приходит, и он должен получить какой-то объем. Ну, с моей точки зрения, конечно, скажем так, ну, первичная помощь — это в первую очередь консультативная помощь, да, то есть, и как бы, и самое главное, вот опять же, как бы почему-то люди об этом не информированы. Ну, вы, может, их информируете, да, там у вас там целая, там, я смотрю, вообще работа, значит, построено хорошо, но люди вообще не понимают, что они должны получить за, вот, в рамках этой программы государственной. Некоторые фантазируют вообще очень такое, знаете, как бы, что он получает вообще весь пакет услуг, и тут все, ему прямо в поликлинике как бы пересадят почку. А вот у некоторых такие фантазии. Но тем не менее, это консультативная помощь и базовый набор анализов. Так вот, средняя консультация по городу, причем это так, это как бы у границы, у нижней границы как бы ценового диапазона, где-то такой, ну, реально у нижней границы, 300 гривен, да, 300 гривен стоит консультация. Ну, как бы вот там мой друг педиатр, как бы он берет 350 за 15 минут, допустим, гривен. Полчаса — это 700 гривен. Вот так. Вот. Значит, получается, да, простая арифметика. И набор анализов, допустим, там кровь, моча, даже я про гепатиты даже не говорю, там кровь, моча, холестерин, сахар, да, но это 250 гривен в лаборатории, там, по оптовой цене. Вот. Вот каждый раз он приходит, допустим, он получает консультацию, и он получает базовый как бы набор анализов, допустим. Ну, может быть, они необходимы. И врач, мы зараз вырахували, это майже 1000 гривен. З ваших слів, так? Ну, з моєї, ні, ну, три, якщо как бы просто посчитати, от просто проста арифметика, то це виходить порядка, ну, 1,5-2 тисяч гривень, но никак не 370. Откуда взялась эта цифра? Как в этой цифре заложен труд врача? И вот самое главное, что я не понимаю, понимаете? Мы можем бесконечно рассказывать о том, как прекрасно космические корабли бороздят, там, я не знаю, мировые океаны, но совершенно непонятно, сколько стоит украинский врач. Добре, тоді у мене, от ми вже кілька разів це повторили, питання тоді до вас обох, а як же ж тоді вирахувати, скільки коштує праця лікаря?
Ну, є якась, не знаю, формула, як це можна вираховувати? Як це вираховувати? Є формула, є таке поняття, як тарифікація медицинської услуги. І чому я не можу зрозуміти, що як виводяться ці суми, а вот, і що взагалі далі можна робити, поки совершенно непонятно все-таки, скільки стоїть конкретна медицинська услуга. Скільки стоїть консультація врача, скільки врачу повинні проконсультувати, точніше заплатити, щоб він три рази проконсультував середньостатистичного чоловіка. По цим розцінкам 50 гривень, ну так це просто грабіж государственний. Получається, я правильно розумію, що ваша клініка через цю програму сьогодні у збитках, чи ні? Да. Ну, в рамках этой программы, да, мы терпим убытки. Да. Зрозумів. Вы почули відповідь? Да, я услышала ответ, и я, в общем-то, тоже согласна, что капитационная ставка, она низкая, и она не включает в себя все возможности, и не включает экономические расчеты достоверные. В этом я с вами абсолютно согласна, Олександр. Добре, дякую. Пане Олександре, тоді повернемося до висловів пані Тетяни Черевань. Можливо, у вас виникли якісь питання, суперечності? Можете зараз поставити питання або уточнити якісь деталі? Так. Ну, я, в принципі, ну, я знаю просто цю команду, так, заочно, по крайней мере, я так понимаю, тож, Пеньков, да, Андрей Юрьевич и Украинская ассоциация, Украинско-немецкая ассоциация медицинская там участвовала, и Гавриш Татьяна Степановна. Поэтому как бы, я знаю, что эта работа такая была, ну, колоссальная проведена именно в этом регионе. И там, конечно, результаты будут ошеломляющие, да, потому что, в принципе, как бы... Но я вам скажу честно, то есть я, как бы, у меня, в общем-то, вопросов таковых нет. Тут все понятно. То есть люди работают, люди трудятся и поднимают, так, ну, не хочу плохими словами говорить, как бы буду хорошим, да, поднимают, скажем так, пытаются поднять страну с колен, допустим, да. Вот, хотел сказать, вылепить из этого пулю, в общем, но не... Ну, без сих, давайте все-таки выяснили сегодня. Да, вот. Но, понимаете, все равно, ну, государство должно заботиться о людях. І о врачі повинні заботитися, о медсестрі повинні заботитися. Якщо немає питань до пані Тетяни, тоді будемо переходити вже до наступного раунду. І у наступному раунді, ну, давайте перейдемо до нього красиво, і потім вже будемо ставити питання. Що ж, у цьому раунді у мене і у редакторської групи є питання до обох спікерів, і ви матимете, знову ж таки, однакову кількість часу для того, щоб відповісти на них. Але почнемо з, так, з, скажімо так, загальної інформації. От скільки людей підписали декларації з сімейними лікарями на Харківщині, та що відрізняє нашу область від інших регіонів стосовно перебігу медреформи, ми запитали у радника, заступника голови облдержадміністрації з питань охорони здоров'я Олександра Галацана. Прошу зараз пряму мову, і тоді повернемося до обговорення. Станом на сьогодні в Харківській області підписано 1 972 500, там, з одиницями декларацій, що складає 73% від загальностатистичного населення нашої області, як воно зафіксовано в органах державної статистики. Разом з тим, я хочу, і Харківська область при цьому посідає друге рейтингове місце за абсолютною кількістю підписаних декларацій сімейними лікарями з населення. У нас всього на території області 71 комунальний заклад охорони здоров'я на первинці, це 35 центрів первинної допомоги в районах області, це 34 центри в місті Харкові, це дві окремі амбулаторії сімейної медицини, це Мала Рогань і ще одна в районах області. І крім того, до кампанії підписання декларації долучились 10 приватних установ. І це є дуже доброю ознакою. Харківщина взагалі має декілька ноу-хау, які відрізняють нашу область від інших регіонів, саме стосовно ходу реформи на первинці. Ну, по-перше, я хочу нагадати, що наша область є одна з 5 областей України, які включені до пілотного проєкту розвитку телемедицини. І на сьогодні виділені кошти 29 мільйонів гривень державної субвенції, плюс співфінансування
майже 3 мільйони гривень обласного бюджету на придбання практично 300 комплектів телемедичних, які будуть передані на первинку безпосередньо до амбулаторії сімейного лікаря. Друге, в нашій області, єдиній в Україні, проходить пілотний проєкт Євросоюзу «Ефективна первинна допомога в громадах». Це проєкт спрямований насамперед на підготовку і підвищення фахового рівня, управлінського рівня насамперед керівників амбулаторій, безпосередньо самих сімейних лікарів. Ну дивіться, що би ми не говорили про плюси і мінуси, а маємо цифру 73% вже уклали декларації, 10 приватних лікарень вже доєдналися до цієї програми. І я так розумію, що дехто з пацієнтів вже навіть встигли змінити одного лікаря на іншого і перепідписати цю декларацію. От я хочу запитати, чи за час проведення цієї реформи, чи з'явилися у лікарнях, ну, скажімо так, в лапках непопулярні лікарі? Тобто стало зрозуміло, що до них пацієнтів менше хоче звертатися. І от як цей фактор, можливо, позначився на їх зарплатні? Ну, как я уже отмечала и говорила, что наш центр охватил 84% населения Чугуевского района, которое к нам с нами заключило декларацию. И не только Чугуевского района, но есть и харьковчане, и близлежащие. Конечно, очень четко, и мы анализируем всю ситуацию, мы видим докторов, которые не популярны среди населения и которые заключают минимальное количество деклараций. И, конечно же, в соответствии с коллективным договором у нас он проходил, очень бурно обсуждался в нашем коллективе, когда мы выносили и решали вопросы о заработной плате в зависимости от количества деклараций. Те доктора, у кого нет, ну или меньшее количество деклараций заключено, они теряют заработное плате. И у них есть два варианта, два выхода. Либо они изменяют свое отношение и растут, начинают учиться, общаются с пациентами и пытаются найти вместе с нами эту проблему. Почему? Потому что возникает вопрос, почему? Потому что есть доктора, которые имеют очень большой стаж, имеют категории, они грамотные, но что-то не так. И нужно выяснить причину, почему. Поэтому, конечно, есть. И, конечно, не теряют заработной платы и прилично. И в данном случае страдает и медсестра, которая находится с данным доктором. Це мотивує лікаря все ж таки зростати? Я думаю, що це, звісно, мотивує і мотивує більше аналізувати свою роботу і більше йде клієнт-направленість. Угу. Дякую. Мені подобається, що вже кілька разів з ваших уст прозвучало клієнт, саме клієнт. Це змінилося відношення тепер до пацієнта, тепер він став клієнтом? Тобто це вже менеджмент підключається? Меняється отношення. Чому? Тому що, в общем-то, первичка, як ми з вами вже обсуждали, ну, раніше нас називали диспетчерами. Чому? Тому що прийшов, ти посмотрел, направив, переправив. Сейчас немножечко меняется отношение к первичному врачу, вот то, что, на что акцентировал внимание Александр, потому что действительно мы поднимаемся и действительно мы начинаем общаться с нашими людьми. И мы проводили анкетирование среди своих пациентов, довольны или недовольны они тем, что сейчас происходит. И мы обратили внимание, что им нравится то, что с ними врач начал разговаривать. Не писать постоянно, смотреть в тетрадку, и в книжку, и в карточку, а разговаривать с пациентом, рассказывать с клиентом о том, что происходит. Конечно, перестроиться сразу трудно, но тем не менее. И первичка, она же направленность первички – это не только выявление заболеваний или оказание первой неотложной помощи, но и своевременный медосмотр, своевременный контакт с пациентом. Когда клиент тебе доверяет, он придет к тебе с любыми проблемами, которые у него возникают. И таким чином проводиться також і профілактика, і обучення чоловіка. Угу. Дякую. Пане Олександре, ну, я розумію, що приватна клініка, трошки інші правила, але все ж таки, оця реформа і ці декларації, вони допомогли вам визначити менш популярних лікарів? Ну, у мене немає просто статистики такої. У нас, собственно говоря, всього два врача, як би, працюють в цій програмі. От, тому... Как бы, и мы на самом деле не очень афишируем,
що має вносити декларацію. Чому? Ну, тому все впирається в те, що ви сказали раніше, що збитки несете? Ну, це не збитки, розумієте? Це как бы, ну, не прибильність просто, от і все. Тобто це отнімає час у врача, отримує він за це копійки, він в це час може заробити гораздо більше, как бы, оказывая услугу, чекайте, ну ви зараз говорите дуже страшні речі, тому що коли реформа почала працювати, я зрозумів, що приватні лікарі тепер зможуть приймати мене за декларацією. Так. А я покладав надії на це. А зараз ви говорите, що ну, це така трошки тягар для лікарів, так, ці пацієнти. Це тягар. Тобто краще до державної йти, чи як? Це треба розуміти. Угу. А як ви думали? Звісно. Це от така маленька неприємна правда. Добре. Ви смотрите, ви як хочете взагалі? Ну, вот в каком формате вы хотите консультацию? Вот три человека в год, допустим, при 1000 подписанных деклараций, это 18 человек в день. Но 18 человек в день разделите на количество рабочих часов, сколько на вас потратит времени врач. Понимаете? Угу. Вот в чем дело. Вот моя консультация длится час. Час. Ну, вот такая полноценная, большая консультация там, с выявлением там, проблем и так далее. Ну, там 45 минут, может быть. Понимаете? Mm-hmm. Вот в чем дело. Зрозумів. Количество и качество. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому тут вопрос такой. Дякую. Тоді до наступного питання. Олександр Галацан також зазначив щодо телемедицини. От як ви ставитеся взагалі до телемедицини, як до складової медреформи? Изначально мое отношение было достаточно скептическое, но у нас давно, в общем-то, есть проявление консультаций телемедицинских. В каком виде? Вайбер-консультация, телеграм-консультация, телефонные звонки. Потому что, в общем-то, у нас семейные врачи доступны для своих пациентов 24 часа, даже во время отпуска. Телемедицина, она позволяет на отдаленных участках, потому что ну, районы растянуты, Харьковщина, она большая, и не всегда есть возможность у той же бабушки доехать, когда нужно что-то срочное, и когда фельдшеру нужна помощь, то он может воспользоваться телемедицинской консультацией. Также мы давным-давно пользуемся так называемыми телекардами. Это позволяет диагностировать инфаркты миокарда своевременно, потому что, опять-таки, фельдшер пришел, он снял кардиограмму, но он не видит, там Q-негативный или Q-позитивный, есть там на 0,5 подъем или СТ или нет. А в данном случае там играет каждую минуту роль. Поэтому мы этим пользуемся давно. Сейчас нашим центром приобретен аппарат IDIS телемедицинский, для телемедицинской консультации. Мы их проводим. И да, наш Чугуевский район тоже находится в пилотном проекте, как наша вся Харьковщина. Мы проводим телемедицинские консультации. Очень удобно дерматологические консультации. Очень удобно также проводить консультацию непосредственно даже без пациента. Это можно сделать, когда тебя что-то смущает, что-то ты не улавливаешь в какой-то момент, ты можешь созвониться с доктором и провести консультацию, передав непосредственно кардиограмму, анализ, там, в зависимости от того, что ты консультируешь. Это удобно для сельских районов, это удобно. Для больших городов тут более доступность, понимаете, тут разница сельская медицина и большие города. Это специфика. И специфика населения. Мы должны это учитывать. З приводу кадрів, що хочу запитати, зокрема, з приводу молодих кадрів. От чи ця реформа, вона спонукала молодих лікарів йти і працювати у державних лікарнях? Это очень трудный вопрос. Почему? Потому что вообще молодые доктора, выпускники наших институтов, они не очень хотят идти работать в семейную медицину, потому что это каторжный труд. И тем более в процессе, в период перемен это трудно. Но тем не менее в наш центр на данный момент девочки, которые прошли у нас интернатуру, к нам возвращаются. То есть как бы мы обновляем свои молодые кадры, но у нас сейчас нет вольных ставок, но тем не менее мы берем двух докторов, и они приходят к нам работать. Мы с ними общались, мы с ними разговаривали. Да, у них будет трудный период, потому что они должны наработать клиентскую базу, они должны наработать своих клиентов, заключать декларации, заявить о себе, а наше дело им в этом помогать. Угу. Дякую. Пане Олександре, до телемедицини повернемося. От як ви ставитесь до неї, як до складової медреформи?
Ну, телемедицина это прекрасно. И все. Нет, ну это развитие цивилизации, что тут может быть плохого? Ну, оно по определению хорошо. Вы ее використовуєте? Ну, мы ее не використовуємо, у нас немає потреби в цьому. Как бы мы ж как бы локальная структура, зачем нам телемедицина? А вот. Но, в принципе, я считаю, что это вариант выбора. То есть, так или иначе, к этому все равно идет. Ну, телемедицина, понимаете, это же мы как себе ее представляем. Вот замечательно коллега сказала, то есть это как бы вайбер консультации тоже телемедицина, да, там телеграм и так далее. А давайте зараз тоді розшифруємо для глядачів. Можливо, дійсно, ми так якось дуже розпливчасто пояснили, що таке телемедицина. От якщо дуже просто і доступно. Ну, это возможность надання дистанционной допомоги. Вот и все. То есть тут не надо ничего. За допомогою яких інструментів? Ну, за технологічних інструментів, от і все, как бы, которая обеспечивает телекоммуникационную связь. Вот это как бы вся телемедицина. То есть, когда ты здесь, а пациент там, и все. И ты можешь что-то сделать здесь для него там. Вот. Угу. И все. Если ты можешь проконсультировать его дистанционно, это уже телемедицина. Если, ну и так далее. І з приводу кадрів тоді. На вашу думку, ця реформа, вона спонукатиме молодих лікарів залишатися в медицині і розвиватися? Я думаю, да. Я думаю, однозначно, да, потому что все-таки, конечно, возможность заработать чуть больше, чем раньше, да, она как бы будет мотивировать, с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что там очень-очень низкий потолок, потому что врач, который как бы, ну, в итоге как бы зарабатывает себе имидж и уверенность в себе, он понимает, что он достигает этого потолка, и выше он не прыгнет, и он будет уходить в приватный сектор. Может быть, это так и должно быть. Может, это хорошо на самом деле. Я не могу сказать. То есть, ну, так или иначе, понимаете, как бы, ну, конечно, я утрирую, но просто если... Кто вам еще правду расскажет, собственно говоря, про реформу? Ну, понятно, что человек, который болеет этим, он не будет говорить это самое, ну, гадости всякие, да, что реформа там такое, в общем, не очень. Но гадостям у нас сегодня темная сторона. Ну, вот, да. Я бы хотела прокомментировать, я прошу прощения, по поводу приватного сектора работы. Здесь Александр прав, потому что доктора, работающие в бюджете, в коммунальных предприятиях, также рассматривают варианты работы в ФОПах. Я имею в виду семейных врачей. И сейчас это не запрещается. То есть один из моментов оказания медицинской помощи – это открытие своего ФОПа, своего предприятия коммунального и работать со своими пациентами, заключающие договора также с НСЗУ. И работать может либо в монопрактике, либо... Я хочу пару слов добавить. Смотрите, вот я считаю, что как бы реформа, да, она создает пространство, да, для маневра. Вот. И, в принципе, в этом ее плюс, самое главное. Потому что как бы она дает пространство. То есть то, что в этом пространстве, если ты, как бы это сказать, как бы не ориентируешься и не держишь нос по ветру, почему, собственно говоря, нет, вот, то, в принципе, как бы у тебя ограничен рост, да, ну, собственных заработков. Это мотив главный на самом деле. Можно придумывать там все, что угодно, можно скакать, как вот Галацан, замечательно, конечно, это самое, то есть вот они все такие, то есть, понимаете, бесконечно рассказывать про это самое, но реальность, вот, человек хочет нормально жить, да, то есть, и, в принципе, примеры такие есть, и мировые, есть харьковский пример, ну, правда, еще дореволюционный, как жил вообще врач общего профиля, он зарабатывал гораздо больше, чем врач приватного специализированного стационара. Понимаете? То есть вот такой вот амбулатории. Потому что было солидарное финансирование, ну и так далее, и так далее. Но не будем об этом. Вот. Суть в том, что в принципе врач может больше заработать. Сытый врач – это довольный клиент, да, довольный пациент. Ну, так вот, это диалектика. Ну, как бы вот так устроено все. Все должны быть довольны. Тогда все будет хорошо. А государство не может прокормить врача. Дивіться, ми дуже багато говоримо саме про лікарів. Я зараз пропоную тоді почути, скажімо так, пацієнтів. До коментарів перейдемо. Ага. Ваша остання репліка, давайте, і до коментарів. Є система платних услуг, але нету прозрачності обозначення цього, розумієте? То есть где рамки, собственно говоря, где рамки, где обязательно, да, бесплатно, ну, в рамках государственной программы, да, за которую платит государство,
А где там, где ты можешь уже развернуться? Вот в этом проблема, с моей точки зрения. Ну, очень большая. Тогда, может, все было бы намного интереснее. Угу. Тоді один момент. Для пацієнта, як зрозуміти, яка безкоштовна для нього, за яку за нього заплатить держава, а яка для нього не безкоштовна? Так в этом же хитрость. В этом же хитрость, что государство поставило очень размытые рамки. И все, и ты там как бы, а там уже как договоришься. Угу. Тобто оцей принцип домовленості, він залишається, чи ні? Ну, частично, да. Частично. Ну, угу. Вот, допустим, вызов на дом. Там нет четкой регламентации. Обязан человек приходить на дом, да? Ну, врач пацієнту, да. Или не обязан? О, тут, до речі, з приводу цього, до коментарів перейдемо тоді. Анна Савченко пише, але є і великий мінус у реформи. Педіатри не ходять до хворої дитини, це просто вже з дитинства змушує виживати в лапках навіть дітей. Як ви прокоментуєте таке? Чому педіатри не ходять до дитини? Або недостатньо? У нас ми оставили цю опцію, ми посещаємо новорожденных детей на дому, и, в общем-то, каждый доктор, он решает сам, идет он сейчас к пациенту или не идет. Есть первостепенные, допустим, какие-то моменты, есть второстепенные, но зачастую вызов бывает первостепенный, поэтому эти вызова, которые срочные, ну, как бы у нас есть доктор, который может выехать на вызов и обслужить. І посещення дітей, і пожилих людей, тому що, ну, до якого віку, якщо категорії. Говорити про дітей, до якого віку лікар, ну, не обов'язково, але, скоріш за все, відвідає цю дитину, а після якого віку вже дитині треба до лікарні їхати? Це залежить не від возрасту, це залежить від состояния ребенка і від необхідності оказання іменно на даний момент допомоги. Якщо у ребенка температура 37, він активний і поступає визов, звісно, ми предложимо мамі прийти на прийом і записатися. Для этого существует ресепшн, для этого существует медсестра, и если они не могут это решить, решает это врач. А если, извините, у ребенка 38-39 температура, или рвота, или какие-то другие моменты, конечно же, пойдет врач для того, чтобы определить, что нужно сделать. Или если на данный момент врач не сможет, где-то находится в отдаленном доступе, посоветуют, что сделать, и порекомендуют вызвать скорую или обратиться к какому доктору. То есть тут не зависит от того, сколько лет человеку. Это может ребенок быть новорожденный, а может быть, извините, человек, которому 90 лет. Все зависит от состояния человека и от того, как ты можешь адекватно оказать помощь на дому. Почему стал вопрос о посещениях на дому, вообще о вызовах? Потому что не всегда, придя с фонендоскопом домой, ты можешь оказать адекватную помощь. Понимаете? И определить даже состояние человека. Я понимаю, что мы можем провести аускультацию, перкуссию, померить артериальное давление, но бывают состояния, когда нужно срочно что-то решать. Допустим, ты слышишь хрип, и ты все равно берешь пациента, и ему надо сделать рентген, потому что рентген-установку ты домой никак не привезешь. Понимаете? То есть вот эти моменты, почему и стал, подняли вопрос доктора о вызовах, о объеме, что ты можешь сделать на вызове. Ведь зачастую мы приходили на вызов для того, чтобы выписать справку. Мы приходим, мне пациент говорит, вы знаете, я хотел проконсультироваться, мне нужно получить форму 70. Это справка на санаторно-курортное лечение. Понимаете, вот это неуважение к врачу. Это неуважение. А в данный момент я могла бы на приеме обслужить несколько человек. То есть нужно выстраивать свою работу и свои взаимоотношения с пациентом так, чтобы и они тебя уважали, пациенты, клиенты, и ты относился к уважительно и понимал разницу. Угу. С моей точки зрения, это должно регламентироваться, да, в нормативных актах и уставных документах. Понимаете? Тогда не будет проблем никаких. Потому что вот это вот одна из серых зон, где, в принципе, как бы договоренности так до сих пор не достигнуто. Количество вообще неоправданных вызовов, да, вот, оно же огромное на самом деле. Поэтому, и это же не единственный пункт, но он один из ключевых на самом деле, потому что это споры там до смертоубийства доходят. Вот, ну, должен врач ходить или не должен врач ходить. Но если температура 37, извините меня, ну, чего он пойдет? А если там, как бы, ситуация, которая вообще, в принципе, как бы не под первичку, да, так, извините меня, зачем ему тогда идти? Ну, давайте вызывать скорую помощь. Кстати, там примерно такая же ситуация. Количество обоснованных вызовов, оно на самом деле, ну, далеко не такое, как по факту они ездят.
Давайте я тоді ще один коментар, який трошки полярний до того, який був попередній. Ксенія Якушко пише: «Я нарешті змогла офіційно перевести себе та дитину до нормального дільничного лікаря. Родичка оформила безкоштовні ліки. Те, що дехто тепер не можуть викликати швидку та лікаря на дом, коли заманеться, вважаю на краще. Але, з іншого боку, шкода, що тепер медична реформа при новій владі закінчиться. Прощавайте доступні стенди для сердечників. Знову здрасті стенди по ціні крил від літака». От як ви це прокоментуєте, але прошу дуже коротко, бо вже час у нас спливає. Чи зміниться, чи зупиниться реформа тепер? Чи що з нею буде далі? Та не зміниться реформа. Чого? Хто? Ну, це таке. Це паніка совершенно не нужна. Ніхто нічого міняти не буде. Ну як? Пора було все двіжеться вперед вже. Хто його остановить? Ваша думка. Точка невозврата уже пройдена, и реформе быть. Возможно, она будет претерпевать какие-то изменения, улучшения, и ну, она должна быть. Мы дошли до того периода, когда реформа должна быть, это и для врача, и для пацієнта. Тобто не зупиниться, буде рухатися далі? Думаю, що да. Добре, ну і тоді вже так, скажімо, завершуючи, все ж таки хочу про переваги для пацієнта поговорити. І от ми запитали експертку проєкту «Ефективна первинна медицина в громаді» Олену Хитрову, які ж переваги мають нині пацієнти. Прошу, пряма мова. Якщо казати для переваги пацієнтів, то, по-перше, пацієнт чітко розуміє, на сьогоднішній день є перелік послуг, які за нього оплатила держава. І є послуги, і є лабораторні та діагностичні аналізи. Там невеличка поки що це кількість чітко визначених лабораторних та діагностичних досліджень, але вона є. Ну, наприклад, там клінічний аналіз крові, мочі, електрокардіограма. І за це з пацієнта нічого ніхто не має права вимагати будь-якої плати, навіть благодійних внесків. На жаль, я знаю, що не в Харківській області, а в місті Харкові є такі випадки, мені пацієнти казали, що коли вони приходять робити електрокардіограму, їм кажуть там 15 гривень на бумагу. З точки зору умов договору з НСЗУ і з точки зору логіки, тобто за нього вже заплатили. І в тому числі і витратні матеріали, і всі необхідні матеріали для того, щоб цей аналіз або це дослідження було проведене. Тому з пацієнта це заборонено вимагати. Якщо такі випадки є, то тоді пацієнту необхідно телефонувати на гарячу лінію 1677 Національної служби здоров'я України та повідомляти про такий факт. Зміна лікарів відбувається шляхом подання новому лікарю декларації. Необхідно розуміти, що якщо у вас у нього не буде декларації, то йому можуть відмовити в наданні медичної допомоги, крім невідкладних станів. 15 гривень на бумагу. Це є оті такі розмиті рамки, де тут безкоштовно, а тут вже платно, про які ми говорили трошки раніше. Та, ну, я не могу вам сказать по этому поводу ничего. Во-первых, я там не присутствовал, а вот на какую бумагу, опять же, люди просят. Но на вашу думку? Мы не просим деньги на бумагу, мы ее закупаем централизованно, выдаем амбулаторию. Я же не занимаюсь ее собой ставать, я просто нет, скажу, я вся просто ситуация. Рассказываю, меня это улыбнуло несколько, потому что у нас этого нет. Как бы то, что нам положено дать пациенту, клиенту, мы стараемся это давать. І останнє, знову ж таки, коротке питання. Якщо людина не має декларації з лікарем, в якому випадку вона все ж таки може звернутися і отримати медичну допомогу? Неотложне состояние пацієнта. Ми не маємо права відказати медицинської допомоги. Тобто чоловік прийшов, у нього артеріальне давлення дуже високе, і неважно, з ким він заключив декларацію, йому окажуть медицинську допомогу. Померяют артериальное давление или у человека высокая температура, то есть мы оказываем медицинскую помощь. Я хочу отметить, что есть пациенты, которые категорически отказываются заключать декларации. Такие есть. Это в основном возрастные группы, с ними тоже мы проводим определенную работу, мы с ними разговариваем, им предлагаем, говорим, что есть вот несколько центров, вы можете обратиться не обязательно к нам, то есть у нас нету такого, вот, что обязательно ко мне, нет. Вот, пожалуйста, заключите декларацию, потому что иначе у вас могут быть проблемы, да, неотложную помощь вы получите.
неотложно. Дякую на цьому. Що ж, на сторінці Харків у Фейсбук ми поставили питання аудиторії, яке звучить наступним чином. Чи помітили ви зміни в своїй поліклініці після реформування первинної ланки медицини? У опитуванні на цю мить взяли участь 120, понад 120 користувачів, і от їхні голоси розподілилися наступним чином. 68% вважають, що так, зміни є, і 32% вважають, що ні, змін немає, вони їх не помітили. Буквально по 30 секунд, про що можуть говорити отакі результати? Прошу. Клієнтонаправленість і розвиття центрів, і змінення відносин, і більш якісне оказання медичної допомоги – це так. 32% – це, в общем-то, я думаю, що це пацієнти, які не определились ще в своїх бажаннях. Угу. Хорошо. Ну, я думаю, що люди вірять в краще просто. Да. От і все. І, в принципі, як би, я думаю, що ця їх віра все-таки как бы, нас приведе к лучшему. Я теж на це сподіваюся. Що ж, сьогодні у програмі «Дебати» ми говорили про медичну реформу первинної ланки, про її плюси і мінуси. Ви мали змогу почути різні думки і зробити вже власні висновки. Наголошую, що ми не протиставляємо, не миримо. Ми забезпечимо діалог для того, щоб ви вже робили висновок. Тож, дякую за участь у сьогоднішній програмі медичному директору приватної клініки, яка уклала договір з Національною службою здоров'я України Олександру Баркову. Дякую. Дякую вам. І головній лікарці Чугуївського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяні Черевань. Дякую. Вам. Що ж, шановні глядачі, дякуємо за те, що ви залишалися з нами протягом цієї майже години. Тримаємося.